Кто готовит еду? Ну, обычно мама. А папа? А папа... Папа приносит стол. Ты уже знаешь, что ты будешь делать в новогоднюю ночь? Да, спать. У нас почти пустой холодильник. Желаю счастья, здоровья. И чтобы ничто вас не останавливало, даже пандемия. И Дед Мороз всем достал подарки. И чтобы дети вас всегда слушались. Это Хинки ТВ.